В 12-й раз в Чебоксарах прошел конкурс «Мисс Тихая Чувашия». В нем участвуют девушки с нарушениями слуха. О том, как это выходить на сцену, не слыша аплодисментов, Ольга Пырочкина. За кулисами волнение. Скоро дефиле. Это не просто выйти на сцену, когда ты не слышишь, как объявляют твой номер или музыку. Но никто, кроме них, не заметит этих трудностей. Зрители жюри увидят только обворожительных девушек в красивых платьях. Нравится плести и танцевать. Счастливой в жизни быть мечтает. И вам того же всем желаю. После дефиле – творческое задание. Необычное для других конкурсов красоты жанры – театр теней и так называемое жестовое пение. Возможность выйти на сцену, я думаю, любая девочка, здорова она или она с какими-то проблемами в здоровье, это счастье большое для девочки. Поэтому выход на нашу сцену все оценивают самый настоящий конкурс красоты. Мало того, что ты еще обаятельная и красивая, надо продемонстрировать все свои таланты. Среди талантов и умение танцевать. Участницы не слышат аплодисментов, но поддержку зала и родных чувствуют. Дарья Мулина поразила зрителей танцем с шашкой или фланировкой. Я участвую в этом конкурсе первый раз. Очень волнуюсь. Ну, со мной приехали мои родители. Я им очень благодарна за поддержку, помощь. Думаю, без них и без учителей, конечно же, без друзей я бы не собралась на этот конкурс. Мне больше всего запомнился вон тот танец самбли. Я очень люблю этот стиль. Я вот первый раз вижу. Участница конкурса – это ученица двух специализированных школ в Цивильске и Чебоксарах. Они соперничают на протяжении 12 лет. В этот раз мисс Тихая Чувашия стала Диана Савельева из Цивильска. Ольга Пырочкина, Алена Алексеева, Игорь Зверев. Республика.